А что-то еще какие-то дома у нас будут? Ну, вот здесь вот должен быть. Размером с эту дыру. Вот. Но я просчитался. Красавчик. Да. Просчитался поэтому... в том плане, что лишний фундамент? Нет, его не надо было шире. Надо было шире делать территорию. Вот. А-а-а. И типа... А, да. Ну вижу. Поэтому есть вариант здания, типа, это воткнуть вот здесь. Ну, выбить вот этих два фундамента как раз. А там ворота будут, да, какие-нибудь деревянные, как кто-то расставил? Вот здесь ворота деревянные должны быть. Ну. А это стены, типа. Сейчас выбить. Мне все равно делать нехрен. Да, можно. Да, я накосячил с масштабом территории. Она должна была быть намного больше. Но уже было ничего не исправить. Поэтому одно из зданий я поставил с другой стороны. Конечно, вот так. Конечно, так. А как еще? Ну, я готов был оставить и так, чтобы ваша дырка была больше. Чтобы залазили туда. Не надо нашу дырку больше делать. Нам и так нормально. Нормально вот так вот, да? Охуенно, да. Угу. Где? Готово. Ты дыру проделала? Да. Ну, адекватно, а ты говоришь рейдить. Вандалы. Там дыра у нас. Тут фундамент уже чиниться, блин, поехал. Мэтт, дупло. Адекват, чтоб тебе дупло разворошило. Так. А почему все так плохо? А почему сюда не стакается? Из-за стены? А, из-за стены. Мэтт, надо еще стенку ломать. Блять, иду. Две. Во, рейдить. Мэтт, две. Да а лучше все-таки четыре. Да вот эти вот четыре, три. Вот эти три надо вынести. Согласен. Где я тут скидываю мое говно? Давай, я починю. Почини мое говно. Мэтт, извини, так вышло, красавец. Я уже, блядь, смирилась с этой жизнью. Чекай, Бонни. Да вы... конченые. Вот ну, чуть дальше такие, дальше. Это вызваны. Там еще один летит. Там их 4 летит, алло, 4. Воу! Воу, полегче. Это слышно, это наши эти, которые... Да, да, это соседи. Они же постоянно космо лутают. Там набрали. Четвертый. Скрафтив глушаки и разрывные, мы решили зарейдить тех пацанов, которые утащили калаш. И на пороге дома мы его отжали обратно. Слишком много всего они таскали в свою хату. Ее надо было вскрывать. Конечно, был тоже вариант того, что они съехали, но я надеялся на то, что все будет хорошо. И лут они никуда не унесли. Ну, они уже не шевелились. Mm. Они уже давно не шевелились. 4 потолка. Ну, раз, у меня 100 разрывных. 3 двери ну, там и есть. У меня 100. Минимум 3 двери, думаю, лучше потолок, наверное, да? Ну, здесь будет это адекват, тяп-ляп, потому что всегда 4 потолка не получается. Это будет. Отойти. Надо бум-бум. О, открылось. 2 двери, да. У них одно нет, они съехали. Нет, 36 скрапа. Нет, они ничего не съехали. Вообще пойдет. Так, дайте протиснусь. Шкаф незалоченный. Выписал. Авторизовался. Камни миллиарды. Ух, нормально. СМГ. Ух, НПЗ. НПЗ. Компонентов куча. Камень, деревянные ворота. Деревянные ворота. Да ладно. Все было не зря. Сука, а я же звал на рынок. А я же говорил. Вы отказывались. Я сказал вали. Осуждаю. Не-не, осуждаю. Это был супер богатый дом. Они сюда натаскали столько годноты, что половину из этого надо было покупать, а другую находить. Например, как деревянные ворота и НПЗ. Чтобы закончить внутренний дворик, нужно было отстроить здание, где колупала Мэтт, и установить деревянные ворота. Но продолжать строить я не мог. У меня были связаны руки, потому что нужно было еще где-то найти
деревянные стены. Мы дозабрали весь лут и застроили их хату. Но было непонятно, почему не было их тел. У них был где-то еще дом, либо они где-то гуляли. Ну все, зарейжен! Огонь. И не зря. Очень не зря. Я пошел скрафтить со всей дури, прям бегу крафтить эти ворота. Идите зацените тему, какую придумал. За воротами у нас окно будет. Ну, точнее, ты можешь в окно сначала посмотреть, а потом выйти в ворота. Видите? А-а-а. Нормальная тема? Угу. Грейжу? Может, загрейдишь, окно поставишь и потом ворота? Ну, нет, ворота в последнюю очередь, да. Ну, железную решетку, я думаю, поставить, да? Или амбразуру вертикальную? Да мне кажется, решетку все-таки. Так, все. Сделал. А ты будешь, да, получается, за ворот смотреть. Да-да-да. Щельцов, ну ладно, похуй. Да, смотри, какие шикарные ворота стали в натуре. Ну, да. Вот это ворота. Не то, что раньше. Чуть-чуть. Ой, и смотришь, смотри. Чуть-чуть мешают, да? Да похуй. Нет, вообще огонь. Это просто внутренний двор, так сказать. Бля, охуенно, охуенно. С новыми воротами, стеночками, все охуенно будет смотреться. Я теперь только с деревянными стенками буду делать дома. Далее я, конечно же, стал помогать Мэтт выбивать стены, чтобы отстроить на этом месте вот это вот здание. Ну все. Аллилуйя. Теперь я из этого сделаю домик. Углы, торчащие из крыши, боже мой. И вот пока я спокойно занимался строительством, на меня напали. У нас враги, у нас враги. Рушат мне тут все. Трое. Один сдох. Минус один. На скале который? Где он? Где он? Не вижу. Он там за елкой. На лошади один еще прискакал. Их трое было. Да, блин, меня поднять можно, поднять можно. Этому накидал хорошо. Этому хорошо дал и не дал. Он меня поднимет кто-то на крыше? Не-не, он кроет труп. Понял, я кинулся, съехал. Как раз на территорию. Дай-ка я свою берданку, где моя? Дай. Двое за скалой. Прямо там, да? Да, 320. Иду к ним. Они там еще? Да, я видел маячи. Он за скалой, Бонни. Вот. Да вы не сидите, выходите. Я он выходил. С лошади спрыгнул. Он слышит, он там прямо будет. Он спрыгнул с лошади. Они отступают. Так, там бандитский же. Здесь слышу у меня. Они ускакивают. Бляха. Ты видишь? А где ты говоришь минус? Кто минус? Голый. Здесь уже сейф зона. Все. Они в сейф забежали. Не, не стали, шприцы в нем патроны. Оружка не знаю где. Смотри.
Ладно, возместил ущерб. Оружка вниз улетела, полюбас. Да, они скрылись в бандитском городе. Суть их визита была непонятна. Возможно, хотели отжать ресы, потому что у них явно были дела какие-то в бандитском и решили заглянуть к нам. Ну что ж, плюс шприцы доберданка. Я дозалутал себя и стал ждать утра, чтобы продолжить строительство дома. Ну вот и все. Домик готов. Конечно, вот эти вот пилары, вот эти вот двойные проемы, что-то как-то не очень смотрится. Знаете, хочется продолжения. А его ведь можно сделать. И оно будет соответствовать, в принципе. Давайте-ка разобьем эту деревянную хрень. И вот так вот поставим. Во! Вот теперь это выглядит круто. Только вот лесенки вот эти вот не ставятся. Это печально. О! Прикольный вход. Теперь можно это грейдить. Ну и все, дело остается за малым. Надо поставить железные двери. Пока что это не определено здание, для чего оно именно будет. Ну а так, все выглядит более-менее достоверно. Возможно, кто-то подумает, что это основной дом и будет его рейдить. А это у нас пустышка. С перевернутой стенкой, твою медь. В неправильную сторону. Да, со стороны наша коробочка выглядит непонятно. Но что-то в этом есть. Я что-то уже все, уже, видать, потек. Бачок. Ну что ж, ребят, вот и все. Мы идем отдыхать. Времени уже 2 часа ночи. Нычку мы уже сделали. Адекват там сидит в засаде. И вот так вот выглядит наш основной дом, назовем его так. Просто вы его видели мельком, а здесь как бы я вам покажу всю картину. Особо разъяснять здесь нечего. Домик тесненький, но, конечно, вот с винтовыми лестницами они придумали очень круто и практично. Видите, получилась такая тройная полка, и это очень круто. Плюс еще и Мэтт установил вот здесь вот ящик, то есть сюда вот наконец. На самый ставится, устанавливается ящик. Это круто. Ну и стрелять с него тоже можно, но если тебя рейдить будет, пока ты залезешь на этот ящик, тебя уже 200 раз убьют. Но, тем не менее, вот, прострел идет аж до входной двери. Так что, вот такой вот у нас получился Сваргас, но дальше будет больше. То есть и декорации будут, и дополнительный слой стен, и дополнительная защита, и всякие, возможно, баррикады, и все остальное. Но это мы все успели сделать за один день. Ладно, все, пацаны, давайте. Спокойной давай, ночи. Давай, спокойной давай, ночи. Пока. Давайте, пока-пока. Меня убил Кенни Палка с калаша. Но у меня есть спальник рядом. Давайте посмотрим, что тут происходит. Уже вижу там прямо врага пробежавшего. Стоит дверь, не наша. Ладно. Ага, вынесли. Вот эту хрень. Как я и планировал, что будут рейдить это именно. Вот это вынесли. Красавчики, одну дверь. А это, судя по всему, чужая. Но, может быть, и наша. Да, это чужая. Печально. Но невелика была беда. Я был абсолютно не расстроен, потому что нашу хату не застроили, а нычка была не найдена. Адекват с Рекордсом уже были в курсе, они зашли раньше. И отстроили маленькую кибитку, которую потихоньку таскали ресы. Но металла было мало, потому что я собирался вскрывать нычку сразу. Потому что там лежал ключ к возвращению нашего дома. Разрывные патроны, перданки, глушители. Поэтому, обнаружив топливо, камень и дерево в шкафу, я начал устанавливать печки. И отправился за добычей железа, чтобы нам сделать 7 кирок. Так, металл он оформил на печке. Теперь по безопаске нужно добраться до дома. Все, металл плавится. Остается дожидаться. Нужно скрафтить 8 кирок и быстро выдолбить нычку. Ящики для нычки готовы. Закроешь, да, Коннорс? Да. А у нас пристроек по внешке нету, ничего? Не смотрели? Нет. Thank you.
И вот мы приступили к выбиванию нашей сокровищницы. Выбивали все, чтобы как можно быстрее ее вскрыть. Готово. Все, идем на стрём. Еще адекват. А адекват должен был найти вооружение и встать с оружием на охрану, пока мы таскаем весь лут. Все, готов? Да. Пацаны, загружаемся. Так, все, я бегу. Ну все, нычку мы полностью перенесли. Теперь надо дом высвобождать. А разрывные у нас где лежат? Так, вот бердач вижу. Вот разрывные вижу. Артист какой-то. Подожди, а этот кто? Дефендер раз ченс какой-то. Убил фулового, блядь. Аккуратно, там гантрап может быть. Так, шкаф стоит вот прямо. Разбил. Решетки они сняли. Ну отойди, Рекордс, отойди, пожалуйста. Дверь стоит. Дом был возвращен. Кенни Палку я вообще впервые видел. И не знал, кто это такие. И даже где они примерно живут. Но на всякий случай я решил переставить шкаф. Все, шкаф стоит, идите авторизовываться. Ну, ящик со шприцами и угля они немножко забрали. Да печки. Ладно, семечки на месте. Изучалка, люки. Все это на месте. Даже это для машины запчасти на месте. Ну, короче, они забрали шприцов, две полоски, получается, и три полоски этого угля. Инструмента, пенетратор остался, они не трогали вообще ничего, хотя они сняли эту решетку. Что ж, на этом дом был полностью возвращен, и все ресурсы перенесены. А учитывая, что шкаф у нас переехал, я решил эту комнату сделать фармерской, чтобы у девчонок был свой уголок. И пока я разбирался с печками, ребята сказали, что у нас заспавнилась машина рядом с шариком. И это было странно, обычно они спавнятся у дорог. И эта машина была не простая, а с грузовым отделением. Очень годная находка. Тогда будем толкать. Это у нас машина с ящиком. Коннорс? Да. Подойди ко мне, надо машину, рулевой нужен. Садись за руль и рули в сторону этих ворот наших. Я толкаю. У нее вообще хп не осталось. Она вообще не рулится, если что, пока не заведена. То есть ты только толкать можешь и все. А почему эти колеса-то тогда не двигаются? Двигается, смотри. Нет? Что за бред? Да. А рулевая рейка сломалась. То есть чисто вот так вот толкать можно и все. Всех запчастей для машины этой у нас не имелось, поэтому мы ее толкали. И вообще мы разбирались с машиной впервые. Короче, через пень-колоду мы ее кое-как дотолкали. Но возникла проблема, она уперлась у нас в стену и начала дамажиться. Той. Вот теперь она нормально толкается. Она ж не повреждается? Повреждается 11. 4 хп. Где? Почините ее. Черт, ладно, мы ее почти дотолкали. Петь. Воу, она прямо вообще растет на глазах. А вот это не чинится, а сюда что надо? Возможно, дерево искать. Металл, дерево. Ну ладно, часть одна живая, она не это. Не долбанет. Ну так а если я рулевые вставлю туда или что? Вот я вставил запчасти. Толкать. Я вставил в нее запчасти. Может будут крутиться что? Вряд ли пока она не заведенная.
Не. Блин, нашли на дороге какую-то помойку. В смысле, на дороге помойку? Это вообще-то зарезалось у нас. Это не помойка, а это машина с ящиками. Как раз лутать дороги. Ну ладно. Так, все, помойки. Отойди, я сзади толкаю. Во, давай еще. 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 Ебой. Лошадь. Так это вот, давай, надо в бочину. ТП не состоялось. Зачем? Там же ворота. Сейчас. Че, нормально? Нормально. Она скатывается. Так, сейчас подожди. Во, все. Да стой ты, почему она катится? Я думаю, должны были исправить этот баг-то. Держу. Нет? Нет. О, встал. Во. Все. Так, короче, все приблуды продаются в бандитском. Завка. Зачем? Нам, нам не хватает всего лишь... бандитском вот среднего то, качества, и сколько стоит? То, что не хватает, ну, по 50-75 рублей. Подъемник для транспорта 175. А, слышь, этот гараж, подъемник, куда загонять и изменять? Так, а... Нам ее изменять не надо, она уже готовая. Вот, запоминай, какие запчасти надо. Вот, а две, двое, на, двое наручников и один член. Пошли. Пошли. ВДСМ машина. Двое на... Где? Вот сюда, на здесь? Да, вот, торговец с приблудами. Так, значит, мне нужно двое наручников. Покупаю. И один продолговатый, вижу. Все, купил. Так. А топляк есть? Ой! Есть. Только тронулся сразу, ДТП. Тронулся. Так поедут всего два человека. Да. А, да, кто да. ему права выдал? Подберите. Теперь она красотка. Посмотрите, какие... О май! Вот это цыпа. И горят по... Да, услепит. А как бибикать? Как бибикать? Левая кнопка. О. Так, кто со мной в сафари? Я? Вооружился? Но правда, у нас топлива всего 200. Что ж, мне захотелось сделать заезд за компонентами, имея при этом багажник, в котором мы могли бы стакать одинаковые компоненты. Да и вообще проверить, каково оно лутать на машине. Но у нас возникла проблема с топливом, поэтому пришлось построить НПЗ. Давай глазами. Попробуем на 300 топлива. А почему? Что? Запчасти сломались? Вот же машина, один геморрой. Да, от любых повреждений запчасти ломаются. И прежде чем я на радости хотел выехать, у нас сломался движок. И остальные части были уже в хламину. Поэтому пришлось возвращаться в бандитский город, переработать там компонентов и на скраб купить запчасти второго левела. Так, два гвоздя. Две свечи. И карбюратор. Все. Ну все. Остальное типа это. Сейчас эту плюка возьму еще. Все, взял. Так, 432 топлива загрузил. Тебе отъезд-то надо? Нет. Не надо. Сейчас. И как она лочится? Я что-то вообще не понял. Она не лочит? А это нужен гараж. Стойка. А-а-а.
Нам направо. Вот он. Дави. Минус нахуй хэнтер. О, у этого запчасти на машину адекват были. Блядь. Где-то здесь должна быть дорога. Вот она. Блядь. Во! Во! Чёрт! Нормально. Нормально все, поехали. Это токийский дрифт. Во! Объезжаем. Так, нормально дрифтуем. Пацанам надо показать себя профессионалами. Картошку не переехать. Посторонись. Пацаны, разгружаем багажник. Мы вернулись. Это было круто. Мы вернулись с двумя фулл-инвентарями, целой машиной и вещами в багажнике. Заезд был успешен. По нам даже с домов стреляли, но попасть не могли. Защита у машины была нормальная. Да, у него. Фармерская была полностью готова. Переработав то, что мы привезли, мы снова отправились за покупками в магазин запчастей. Так, все. Покупаю этот. Рельсы купил. Давай. Лыжи. Кого? Лыжи. Для этого надо отдельно мутить. Ну ничего, главное, купили. Муж и жена. Там НПЗшка. Ну, я авторизовалась сразу. Угу. Ты там не смеешься? Зайду. Да иди ты в жопу. Вставай на спальнике. А что за прикол? Там нормально все. Да, до шкафа я как дойду? Пошли. Шкаф здесь. Куда? Ага. Шкаф. Разрядил? Все разряжено, иди. Ой, блядь, ржу не могу. Шкаф там. Сейчас еще 10 гантрапов. Аккуратно заходи. Гантрап справа. Иди ты. Мне. Иди сюда. О, шкаф. Далее я перешел к установке станции обслуживания машин. Короче, я ее называю лыжами. Но вот только на нашей территории это оказалось проблематично. Если бы территория была бы больше, то и проблем не было. А здесь пришлось потесниться. А ну чего, работает от электричества? Я от электричества ни разу не погибал. Ой, я не знаю. Недостаточно энергии, да. Блин, не а помню, ты не такое. Изучал, да, Бонни? А ты чё, её? Да. Чё дальше? Зачем мне её изучать? Недостаточно энергии, подключать надо. Да, ну короче, так она не пишет. Надо... Надо инфу какую-то. Сейчас найду. Недостаточно. Десятки не хватает. Фак. А мы большой привозили, приносили. Аккумулятор. Сейчас. И средний был. О, да, наконец-то больше этими дверями не буду пинаться. Ура. А? Ура. Блин, ты молодец. Мы любим тебя.
О, да, больше славы. О, да. Ну а пока Рекрос разбирался с СТО, я занялся домом и отстрелкой. Что ты проверяешь? Точно ли 125, чтобы не лохануться? Мало генератор 125, все. Как выяснилось, у нас дома не было ни одного генератора, поэтому пришлось ехать в Мирный и покупать его. А, сейчас тебя это... Ничего? Закройте. Счастливого пути. Спасибо. Прощай. Блин, ко мне любой может сесть, вот в чем проблема. А, нет, ты можешь... Сесть в зоне? Залочить, нет, ты можешь залочить, короче, где-то сесть должна... А, нет? Нет, нет, нет. Только на этом. На верстаке вот этом, который ты подсоединять будешь. Все, доставлю на такси. Бегу, бегу, бегу. Так как не было возможности залочить машину, мне пришлось наяривать круги вокруг Мирного, так как доступ к моей машине был у каждого игрока. Могли сесть, украсть топливо, но Рекорс оказался быстрым. Он купил генератор и тут же на выход. Карета подана. Гоу-гоу-гоу! Ты слышишь, как травка по днищу щекотит? Ага. Тихо. Нормально. Открывайте ворота. Иду. Срочно тормозов нет. Открываю. Сука. Фух. Ну так-то она быстрая, в принципе. Да, быстренько смотались вообще. Да, туда-обратно норм. Итак, стартуем. А чё? А. Ну? Пошли. Так. Ага. Так, сейчас. Пожалуйста, освободите хранилище. Модуль будет двигаться. А! Понял. Движок освободите. О! Все. О! Вот машина мечты. А-а-а. Так. Делаем, значит, вот так. Нет. Вот так. Дальше. Так. И вот так. Вот как это машина мечты. Че, нормально? Странно. Зато движок защищен. Воу, воу. Нормально. Приехали. Уже ну, новые тачки засекать. Автоматика. Мазафака. Да, запчасти эти все снимаются. То есть мы можем вот так вот мост оставить. Мост оставить. Пропадает, да, его можно удалить. Надо найти длинный мост. Такой грузовой, знаете, но он очень длинный, типа автобуса. И кабина на 6 ключей. Ага. У меня, в принципе, все есть. Как бы запчасти я могу оставить дома. А ну вот эти вот. Так, топляк взял. Пойдемте найдем что-нибудь интересненькое. А как удалить этот мост? Там вроде поднять его надо, и там будет, типа, сейчас. Удалить. Ну-ка, сейчас давай. Ничего. Удаление всё, моста. Все, пошел. Дестрой. 10 секунд. И что будет? Взрыв? Демонтировано. Прикольно.